В Каттакургане открылся моноцентр профессионального обучения Ишиге Мархамат. Получить необходимые знания и навыки по 30 востребованным на рынке профессиям могут одновременно 500 учащихся из ближайших районов. На строительство центра выделено более 6 миллиардов сумм. В год моноцентр способен принять до 2000 учащихся. Направления самые разные, от сервиса до IT-сферы. В зависимости от уровня сложности профессии, срок обучения составляет от 2 до 6 месяцев. Я преподаю курсы кулинарии. Длительность таких курсов 3 месяца. Домохозяйки и безработные женщины могут обучаться у нас бесплатно. Мы учим готовить домашние блюда, салаты с минимальным расходом ингредиентов. Получить сертификат моноцентра могут не только каттакурганцы. Обучиться сантехническому, парикмахерскому делу, предпринимательству и освоить иностранные языки могут и граждане соседних районов – Пахтачиского, Нарпайского, Каттакурганского и Нурабадского. О моноцентре я узнала от помощника Хакима нашей Махали. Учусь готовить европейские и национальные блюда. В будущем вместе с семьей хочу открыть кондитерский цех. Очень благодарна за создание таких условий. Это прекрасная возможность для нас реализовать свой потенциал. В области таких моноцентров 2. Действуют также 4 центра профессионального обучения и 122 учебных центра в Махалях. Благодаря их эффективности в этом году обеспечена занятость 10 тысяч граждан. В ближайшее время мы построим шоу-рум из легкой конструкции, где выпускники моноцентра смогут круглосуточно реализовывать свою продукцию. Неважно, будь то кондитерские изделия, текстиль, предметы быта. Мы создадим условия, чтобы они занимались предпринимательством. До конца текущего года планируется обучение еще 3000 граждан. Кстати, сертификат, полученный по окончанию курсов моноцентров, позволит трудоустроиться и за рубежом.